Я вас приветствую, мои зрителитушки, зрителительницы, ну или просто дамы и господа. Мы, наконец-то, продолжаем мор, так как в связи с тем, то, что я работал, поэтому у нас и выпуски немножко сократились, и выход серии в определенные дни, там, через день, через два максимум выкладывать. Это потому, что я работаю, да, я, получается, шпаклевали сегодня квартиру, такие вот дела. В принципе, ремонтом занимались, так скажу. Это что, такие вот у нас делиться происходят. Поэтому у нас не так сильно серии выходят сейчас. И, кстати, я заметил одну офигительную особенность. Вот я заметил то, что серии начали... Ой, точнее, не серии, я имел в виду подписчики. Теперь подписчиков стало на один день, в один день сразу на 3 больше. Киньте на 3 больше сразу. Я просто обрадовался, реально. Спасибо вам, ребята, то, что вы меня, на меня подписываетесь, вообще то, что смотрите мои ролики. Это реально что-то дозначит, то, что, мол, всему миру еще на меня не наплевать, так скажем. То, что есть еще, так скажем, люди, которым я хоть как-то могу что-то, как-то могу их заинтересовать в этой жизни. Поэтому... Огромное вам спасибо, ребята. И скоро, наверное, под 150 подписчиков, может быть, конкурс сделаю, может, какой-нибудь видос вам запилю. Скорее всего, видос. А может быть, и конкурс тоже. Я, в принципе, не знаю, еще не определился с этим моментом. Так что ожидайте приятных подгонов, когда будет 150 человек на канале. Мы что-нибудь с вами замутим. Может быть, какую-нибудь игру с подписчиками тоже, кстати, можно будет начинать устраивать. Ну, так, в своих кругах, допустим, там, не знаю, ну, какую-нибудь игру, типа, ну, тот же самый Team Fortress, допустим. Кто-нибудь создаст сервак или, там, Control, Left 4 Dead. Ребят, что хотите, главное, чтобы побольше народу туда влезало, чтобы всем было место, всем было интересно и так далее. Потому что неинтересно, когда одному тебе интересно, это как-то даже не очень. Охота, чтобы было всем весело. Так, иммунитет у нас пропадает, то появляется. Так, кстати, на пистолете у меня патроны есть, да, ребят, патроны есть. Все зашибись, так что сейчас мы на болото пойдем, там вообще жесть творится. Еву Ян нам надо спасти, ну, вы уже знаете, да, об этом триндел уже весь выпуск прошлый, да, и надо будет сейчас, кстати, по-быстрому мне будет запиливать серии, когда вот у меня дома... В принципе, никого не бывает, чтобы я мог больше серий кидать, скажем так, больше серий, и тем самым то, что больше серий, и выход чаще и чище. Так, там какие-то, я не знаю, мужики, куча мужиков каких-то, блин. Блин, не знаю, ребят, мне походу ханда, если я сейчас пытаюсь их всех раскидать. О, да! Побежали на меня эти три богатыря, на нафиг, одного убил, ой, все. А, про этих червей, что ли, имею в виду? Да ё-моё, все, патронов нет, мне хана. Может их обмануть? Назад, свиньи, я вас обманул. На самом деле я злой бакалавр. Бакалавр, и поэтому я вас всех обхитрил. Пойду в другом пути там. Блин, какие-то проститутки. Стоматин, ты какого черта там делаешь? Ты меня убить хотел, что ли? Я думал, ты мой братюня, а на самом деле вот такой читер. Да. Ты все-таки пришел, спасибо, видишь, все оказалось напрасно, я идиот. А где Ева, она жива? Нет, я думаю, что теперь она точно мертва. Оказывается, имела место ошибка, ужасная ошибка. Хотя сюда мы тоже пришли не напрасно. Впрочем, черт с ними, со всеми. Что за ошибка, рассказывай. Капец, нас же убьют потом. Я получил прощальное письмо от Евы. Она написала, что собирается умереть в соборе. Хотела шагнуть с балюстрады, чтобы полететь. Она была уверена, что в соборе должно случиться чудо. Безумное письмо. Кажется, она писала его уже повредившись рассудком. А что было потом? Не успел я осмыслить случившееся, как прибегает от танцовщицы Аян. Сказала, что черви
велели кланяться, благодарили за то, что я скормил свою женщину, сказал, мол, что теперь я с ними в расчете. Я на горячую голову составил факт и решил, что речь идет о Еве. Почему же ты не спросишь, кто это был? Я так понял, что это вполне может быть Ева, и сам пошел к червям. А эта девочка отправилась к тебе на случай, если Ева все-таки решила погибнуть в соборе. Ну а Ян все перепутал, вот и вышло, что вышло. Что же вышло? Как что? Ева бросилась с балюстрады собора. Вот такой теперь у этого города собор, освященный самоубийством. Но Ева, бедняжка, думала иначе. Она хотела стать душой собора. Она же не знала, что эта дурацкая конструкция не предназначена для того, чтобы стать покоем. А другие, значит, предназначены. Выстроить здание, которое может стать вместилищем для души. Это за грани возможного. Нам это удалось всего лишь однажды, совсем недавно. Но это другой раз заговор. Все узнаешь в своем время, а собор наш – это вообще проклятое здание. Поселение – это теперь проклято. Она же мне тоже написала письмо, что там было сказано, что она собирается чистить место для новых гостей. Значит, имела в виду собор, а новые гости – аглы. Похоже так. Мне она пишет, что единственное, за что она всегда была готова отдать жизнь – это за наше с братом дело. Значит, она захотела вселить душу в здание. Вот так она и наше дело истолковала в своего... воспаленной головке, смотрела в самое сердце. Не слишком ли много ты на себя берешь? Я чувствую, что меня всего перевернуло. Хоть я и считаю себя аморальным типом, но это уже слишком. Теперь надо жить и работать дальше, чтобы не получилось так, что Ева погибла напрасно. Наверное, ты прав. Идем отсюда. Да пойдем отсюда, какого черта это? Меня пытаются убить. Твою мать. Евы больше нет, она хотела осуществить чудо, стать душой места и одухотворить мертвый собор. Неужели она решила достичь этих целей, ужасающих всех возможных поступков? Ева широко попасть между самоубийством и самопожертвованием. Ой, блеха-муха. Короче, зря я стрелял в этого идиота, теперь потому что задание у нас выполнено, в принципе. Приближенная Ева у нас погибла, да, скорее всего. Ева Ян-то осталась. Думал, она может из списка вылетела. Да блин, иди нафиг отсюда, а. Извиняюсь, что я кричу, ребят, но просто это реально вымораживает ужасно. В принципе, у нас задания нет. Задания только у этого... У этой аглой. Ева, что с тобой не так? Зачем же ты убилась? Просто так. Жертвой ты не стала, агнцем не сошлась. Просто жизнь отдала. И умом свихлась. Слеглась. Блин, надо в поэты идти, я сколько раз говорил. Блин, кстати, может реально оформлять какие-нибудь произведения, выкладывать на канале. Блин, да вы заколебали меня уже. Чё такие быстрые? Чё, блин, спидов наелись. О, если тут не будет прохода, это будет вообще жесть. Нет, тут есть проход. Тут какие-то, блин. Подрывники, крысы, чумные, ублюдки, всякая шваль местная бродит. А тут же младший Влад вроде. Младший Влад, а вот где? Это Аглая научилась. Мне нужна карта опасных районов. Цена прежняя 1000. Вот деньги давай пускай. Нет, кажется, у меня есть свое утверждение на этот счет. Так, в принципе, термитник открыт, но я туда идти не буду. Мне кажется, это подстава просто подстава. Я поэтому туда не пойду. Хотя, в принципе, я думаю, мы можем там что-нибудь интересное нарыть, но это опасно, ребят, это слишком опасно. Добавок нам нужны продукты, и вот эти песочные ангелята мне бесят ужасно, просто неистово бесят, потому что они быстро летают и им по барабану. Смотришь ты на них, не смотришь, они могут появиться из воздуха. Просто, блин, полтергей только, которые пытаются тебя чумой заразить, окропить. Так, все. Ой, уйдите от меня, чумные. Так. Я тут, в принципе, начал в Тургор играть, и поэтому я... Тургор, да, тоже от создателей, тоже от Ice Peak
Challenge. Ну, поняли. Aspect Challenge. Челлинг. Ну, поняли. Не такой я красноречивый, на самом деле. Вся моя красноречивость — это же мое проклятие. Нет, мое проклятие — это застенчивость. Я просто застенчивый человек. Не такой, чтобы затворник, но весь в себе больше. Так, ну, в принципе, здравствуй, голубушка. Мне нужны патроны. Блин, патронов-то у тебя нету. Если ты мне, конечно, винтовку не стыбзишь, то тогда патроны будут. Дай-ка меняться. О, парень, у тебя есть запрещенные вещества. Ты мне уже нравишься. Спасибо тебе, браток. Так, девчушка, подожди меня, малышка. У тебя должны быть пули. Я надеюсь на это. Стоять, говорю, все, зашибись. У тебя должны быть пули. Есть, хотя бы одна пуля. Теперь мне придется достать револьвер и перезарядиться. Я не удивлюсь, если я сейчас зайду внутрь, а там такая сцена упоротая будет. Нет, это и так упорота. Если Ева хотела умереть, упав с высоты, то она, может, она наверху стоит, и типа, я не знаю, умереть или нет. Хотя, я думаю, вряд ли. Давайте посмотрим все-таки. Да, и вот это достижение, мол, мне нужен плащ и кинжал, я выполнять это не буду, потому что не ради ачивок, мне и так времени не хватает на прохождение квестов. Вот день запорол один, ужасно получилось, так что нет, я не могу, я не успеваю просто в этой игре выполнять все сразу. Я слишком медленный для такой игры, скажем так. А в тот раз, когда читы вводили, так я вообще пупил. Ну все, Аглая, привет. Так издеваются надо мной. Спрашивай. Вот материалы, которые мне удалось взять и у наблюдателей. Так, я посмотрю. Да, это примерно то, что, на что я рассчитывал. Цифры, даты, сводки. Очень хорошо. Это могло бы резко продвинуть нас на пути к разгадке. Если бы здесь зерна не были перемешаны с плевелами. Только один из отчетов правдив. Простите. Похоже, вычислить лживый отчет просто простым совпадением не получится. Они все фиксированы разно. Тем более и второе сомнительно. Жаль, что вот... Вот что, Даниил. Нужно спешить, пока они не скрылись. Узнать, кто из них кто. Перехитрить их. Перехитрить как? Один из них предатель и лжец. Полагаю, что именно он посылает вам те самые письма, которые приводили вас в ярости, даже подвергали угрозам вашей жизни. Среди этих бумаг еще прощальный бред. Дезинформация, которая, несомненно, поведет нас по ложному следу. Как вы узнали об этом? Напутствовал меня один доброжелатель перед тем, как я отправилась сюда. Если были известны некоторые внутренние подробности всего этого дела, да и допрос господина Альгимского подтвердил мою гипотезу. И он, и Сабуров знали, что здесь работают наблюдатели. И ничего не сказали мне. Возможно, их запугали. Хорошо, чем я могу вам помочь? Попробуйте выяснить, кто из них лжец, как в старой загадке. Предатель, несомненно, будет лгать. Тот, что колеблется, может солгать и сказать правду. Третий будет говорить правду до конца. При этом даже правдивый наблюдатель не будет с вами откровенничать. Справитесь с такой задачей. У вас бы это получилось лучше. Да, я думаю, я знаю, как это сделать. И еще чуть мне подсказывает, чутье мне подсказывает, что у вас не будет права на ошибку. Они сейчас довольно доведены до крайней степени отчаяния. Если вы обвините в предательстве честного наблюдателя или того, кто еще сомневается, они могут отреагировать неадекватно. Я знаю эту породу. Права на ошибку у вас нет. Так, ясно. Хотите между делом исправить мои аналитические способности, но я не против испытать, точнее. Так. Круто, да. Сейчас пойду и буду всех пытать, скажем так. Ну где вы, ребята? Я вас пытать иду. Кто соврет, тот кишки. Тому кишки вспорю. Ну, у вас новое лекарство должно быть, сударь. А, нет, в принципе, пока не надо. Пули. Есть. Так, извиняюсь.
Давай ж, друг ты мой милый. Говори правду или хрен хана тебе. Хрена хотел сказать. Давайте сохранимся сразу. Так, и приступим к допросу. Что, мой любезнейший? Мне известно, что один из вас честен, другой в конец и залгался, а третий то так, то эдак. Надеюсь, ты не будешь с этим спорить. Не буду, но как тебе это поможет? Кто работал в узлах, кто работал в земле? Кто ты? Разумеется, я честно служить ожидал слушать иной ответ. Предатель, ты ошибся. Поскольку перебить тебя вряд ли удастся, лучше тебя убить. Я слишком долго подвергал опасности свою жизнь, чтобы расстаться с ней перед самым отъездом из этого проклятого места. Черт. Да, круто. Ясно, они просто... Все. Что-то это какая-то подсудная душонка, и не знаю даже. Мне известно, так, кто работал в узлах. Вот он и есть, предатель и лжец. Нет, предатель и лжец ты. Кто работал в земле? В земле работал тот, кто колебался. Его данные частично верны, частично лжи. Поговорю с ним. И чё, вот так вот я должен собирать информацию со всех? Один говорит на другого, другой на третьего, блин. И вдвоем они скажут на одного. И это тот, есть тот предатель, скажем так. Так, земля это вот здесь, да? Ага. Ай-яй, везде это чума. А, блин, чуть не укусили. Да пошла ты нафиг, крыса. Пошла нафиг. Эх, куча трупов в театре, так классно. Какой-то аромат, наверное, стоит. Вообще классно. Тела, блин, сжигали бы. Не знаю уже. Прощались бы, вскрывали бы, там, сжигали бы как надо. Так нет, давайте они просто будут лежать. Тут, да, вот тут тот чувак, который за театром еще стоит. Все будет говорить, там предатель, здесь предатель. Тут, вот так. Так, что вам, любезнейший? Мне известно, что один из вас... Мне известно, что один другой конец изолгался, третий... Не буду, но как это... Ну, как тебе это поможет? Тут, честно, я честно слушать, ожидал слушательный ответ. Не сомневаюсь. Так, кто работал в каменном дворе? Тот, кто колебался. Его данные частично, наверное, частично лживо. Поговори с ним. Знаешь, как я думал, живой негодяй ты. Кто работал в земле? Все ясно. Тут у нас один потенциальный лжец и в земле потенциальный лжец. Какие-то, блин, игрища у нас, веники-беники. Никто правду не скажет, да? Нам надо бы перекусить чего-нибудь.
чуть-чуть хотя бы, блин, гребаные мыши. Все подряд пытаются меня убить, что за капец. Да, вообще опять придется того самого чувака искать долго. Круто. Так это работает, пуля в голову называется. И бабки собрал. Пуль не осталось. Круто. Сохранимся. Чтобы у нас пули остались. Это чума. Лавку запрыгнем. Лавка, быстрей. Давай, давай, давай. Класс, чувак, что есть поесть? Английские орехи надо взять. Мясо. Консервы. Лимон. Консервы. Лимон. Все возьму. Все, все взяли. Так, надо искать этого чувака. Чувак у нас... Ошибаюсь, как-то сюда надо пройти, налево вроде. Не-не-не, по-другому занимаюсь. Сейчас мы идем, и он где-то у нас за телега должен быть в том районе. Вот в эту сторону вроде как... идти надо и... А где бар? Где бар? Ой, блин. Блин, гребаная чума. Так, где бар? Вот тут где-то за забором должен стоять. Вот он там. Классно. Чё же он нам скажет? А, честен. Кто ты? Разумеется, я честный служитель, не сомневаюсь. Неизвестно, кто работал в каменном дворе. Тот, кто колебался. Неизвестно. Кто работал в узлах? Честный наблюдатель. У всех есть право на ошибку. Ты лжец и предатель. Клевета. А чтобы никому не подавно было обвинить меня во лжи, придется получить. Да, круто. Да-да-да. Интересная игра. Препарируют тут направо и налево всех подряд, честных граждан. Ё-моё, ещё этот ангел здесь остался. Круто. Сейчас, получается, выйду, и надо как-нибудь прыгнуть, там будет на мост. Да, пока игру начнем, это сейчас пройдет 3 месяца. Бежим быстрее. В лавку, там куплю всяких продуктов. Быстро. Все,
Блин, нифига себе. Что-то много. Сохранимся. Получается, по их, так скажем, логике, то вот этот реально тот, кто колеблется. А тот, кто возле театра, естественно, лжец, потому что он направил нас по ложному следу и сказал, мол, то, что этот чувак, скажем так... Нет, подождите, в этом есть путаница. Так, давайте, нам нужно тогда съесть сейчас лимончик, яйцо. Нормально. Блин. В тот район я зашел, Вася. Да какого фига ты здесь? Кто работал в каменных, тот, кто колеблется, его данные семейные частицы лжи, поговори с ним. Ты... Нет, я ошибся. Подождите, блин, надо заново. Что за прикол, а? Чё у него просто пыряют кишки? Что-то хрень на меня налетела ангельская, блин. Пустынная хрень. Папа, ищу я виновного вас, засранца. Так, ну-ка. Неизвестно, что один. Так, кто работал в каменных узлах, тот, кто колебался. Поговори с ним. Поговори с ним. Так. Кто работал в каменных? То кто ты? Кто работал в каменных? Ясно. Кто работал в узлах? Честный наблюдатель. Если он был честным, то кто ты? У каждого есть право на ошибку. Что это значит? Разумеется, я честный служитель. Но он реально колеблется, получается. Так, у нас узлы. Так, ладно. Получается, если у нас все так. Так, не доверял. Так. Они не доверяют мне, мне придется одеть их хит. Каждый смог здесь всего лишь вопрос. Каждому здесь всего один вопрос. Он все правду сажает. Тут нельзя прям функция решения загадку, лучше рассчитать заранее. Если бы я мог прикинуться одним из них, тогда можно было бы легко вывести предателя на чистую воду. Ты сами знают, кто из них кто. Так, тут получается письмо нам, которое в записке Бураха. Ой, Нон, позавчера я оказал тебе услугу, не откажи мне сегодня встречи, чрезвычайно нужен похоронный реквизит, а именно маска и плащ исполнительный, на них теперь редкий спрос, это все двигай прежде были, исчезли, может быть что-то осталось в театре, мне оттуда вход заказан, если у тебя есть возможность, достань, отдам за эти вещи все, что попросишь, Артемий, с такой же просьбой к тебе обратиться самозванка, мне тебе ответ кажется обманет, покажи, если ты просил, погибнут люди. Вроде, если не ошибаюсь, то плащ или маска, не помню, возле дома спины вроде один есть. Получается, так,
спины. Сейчас налево пойдем. Там где-то на трупе должно быть. А где наш, я уж фиг знает. Класс. Идите искать маску с плащом. Могу, правда, их тупо так обвинить, но... Все с нахуй, честность. Лимончик, яйцо. Что, не в подвале? Нет. Не в подвале ничего нет. Значит, может быть, у нее в доме. Что-нибудь узнаю. Решили, блин, поиграть тут. Так, спин, ничего не знаешь. Иголки торчат из пор. Круто. У меня торчат иголки. Блин, не помню, где найти плащ. Маску, я забыл уже, где можно достать. Давайте, я не знаю, загуглим. Зачем нам интернет? Маска. Нет. Плащ. Не люблю, конечно, такое дело, но... Может, жители поспрашивают, может, они ничего знают. Блин, даже жителей тут нет поблизости. Все, походу, уже спят. Да. Я пока на паузу поставлю. Долго же мы будем париться на этом дне. Так, в принципе. Я не помню, блин, где-то прочитывал про это, а вот сейчас уже забыл все. Мы можем пока. Приближенные у нас вроде не изменились. И вроде нет. А наши болячки. Инфекция нарастает, это плохо. Так, в принципе, что у нас тут есть? Сейчас я все быстренько разведу пока что. Просто килограммы текста, если честно. Это у нас день 7, да, получается? Ага. Угу.
Так. Так. В узлах. В принципе, если посудить по логике вот этого чувака, который в землях работает, то легче обвинить, конечно же, чувака из театра. Ну, у вас и полная херня тут творится, ребят. Есть окорочки. Нет, окорочки пока не нужны. Провиант нужен. И медикамент. Тверина он хлебнем. И вперед пойдем так. Ага, мост у нас далеко. До этого ближе будет. Сали. Вообще зашибись. Классный денек, ребят. Покушен крысами. Классика. Надо анальгина в аптеке взять. Фигово. Морфия лучше. Чувак, мне нужен морфин. Я могу тебе за это 7 бутылок отдать, если хочешь. Потом еще могу. Нет, эти фигни тебе не нужны. Чтоб тебе продать такое интересное. В принципе, ничего интересного-то нет. Давай морфин. Усталость так и плющит меня. Пока не буду принимать. Пока сохраним быстренько игру. Так, пойдем, дойдем уже до этого чувака, который возле театра. Если его обвинить, то интересно, что получится. Он тоже меня, наверное, под ребро как. Я такой, все.
Нет у меня времени на маску и плащ, так скажем. О, да. Чума уже посылает своих. Интересно, а что горожане-то об этом скажут? Не знаю. О, нет, благодарю. Весь смысл был тогда. Но он уже сказал то, что здесь, мол, честный, а он говорит, нет. Каждый справа на ошибку. Так, ничего. Так, давайте сохранимся быстренько. Так, кто работал в каменном дворе? Тот, кто колебался. Нет, кто работал в земле? Вот он и есть, предатель лжец. Пощади меня, не выдавай инквизиторша, как знать, вдруг ты ее пожалеешь о том, что поступил со мной так жестоко. Возможно. О, круто. Вау. А, что это было? Вопрос. Так, подождите, что это за капец? Давайте еще раз посмотрим, что за капец. Что это за... Я не знаю, это какой-то, блин, цирк. Балаган. Балаганище какое-то. Так, ну-ка, давай-ка. Ты предатель. Пощади меня, не выдавай инквизиторши, как знать. А вдруг ты еще пожалеешь о том, что поступил со мной так жестоко. Пойдешь со мной. О, его все равно казнят, я так и понял, да. Пока. Пока, чувак. Все. Ханна тебе. Давайте же узнаем, что да как. Чем была вызвана такая скорая расправа? Несчастный случай, мне действительно жаль, что все случилось так неудачно. Я ведь собиралась как следует расспросить почтенного исполнителя нынче же ночью. А может быть, несчастный предвидел это и бросился вниз сам. Как вы считаете? Ладно, любопытствовать не будем. Странно, что это нам показывает сейчас. А, то, что мы искали тогда вакцину, сейчас у нас разделение, типа, это, власти, типа того. Значит, все время тут... Время тут, прикрываясь личинами, действовали наблюдатели. Мало того, что их так отрядили сюда заранее, их еще и снабжали инструкцию на каждый мог. Мой шаг, неужели опасный бакалам высыпан так провинциальному город Кучеву хотят власти на самом деле? В принципе, задача дня у нас выполнена. И задача про Еву у нас выполнена. В принципе, у нас еще какие-то письма. Письма самозванки, да, у нас еще есть сегодня. Я встал на крышке сам, так, все, ясно. В принципе, сейчас я предлагаю тогда нам, ребят, так, благодарю. В принципе, не знаю, давайте сначала патронов надыбаем. Знаете-ка, лучше мне, блин, у тебя нет патронов. А хотя подожди, у тебя же таблетка есть, которую почкам бьет. Вроде она у тебя 6 стоит, да? Ущерб здоровью неизмерим, скажем так. Блин! Ну, в принципе, то же самое. Парень, стоять, парень. Так, паренек, у меня есть для тебя 2 коготка, а ты мне вот эту бутылочку дашь. Молоток. Молоток, браток. Так, нам, в принципе, надо будет сейчас поспать. Немножко, скажем так. В принципе, как-то легко было, если честно, предателя найти. Я думал, это будет более сложно, и все будут темнить. Ну нет, никто не начал темнить даже. Еще Ева дома, я такой... Что это? Вот, ну да. Зашибись, теперь у нас тут секси-леди стоят. Все исполнители, как тебе было угодно, господин... Зачем здесь? Меня зовут Аяна, я танцовщица, дочка погонщика Крюка из рода Бойс, и через сестру моего отца я даже состою в родстве с Менху.
О, Юнами, меня прислал Андрей, чтобы я присматривал за этим домом и служил тебе. Хорошо, оставайся, мне как раз нужно расстроиться владетельная служанка. Сарказм. Как мне служить тебе, господин? Я позову, когда время придет. Готов похавать, что ли? Не знаю, никто хавать не готовит. Хожу тут, хожу еще тут. Нифига нет. Еда где в моем столе? Нет ее. Так, в принципе, давайте тогда мы сейчас жахнем медикаменты. В принципе, Наскар сейчас вырубим. До 5, до 8. Здоровье у нас вообще жесть. Голод тоже бьет по почкам. Хлебушком сейчас как закусим. Инфекция не дает такой быстрой регенерации, насколько я понял. Так, в принципе, время сейчас 8, и давайте сейчас быстренько сохранюсь. Быстренько сходим в этот... как он называется-то, блин? Забываю постоянно. Ребят, напомните, где куча зараженных? Термитник, о. Погнали в термитник, быстренько узнаем что-то как. Посмотрим, что там. Сходим в термитник. Говорит же, дверь открыта в термитник. Ну, зайдем, посмотрим. Если это утка, то тупо сохранюсь. Сохранился уже, тем более. Опять это страшная музыка. Господи. Они обокрали его, обокрали. Я хотел надыбать у него шмота. Да иди ты нафиг. И облаки, и облака, и крысы на меня тут покушаются. Что за... Я не знаю. Свобода где? Где свобода? Что за крысы за мной бегают? Что это за фигня? В принципе, насчет маски и плаща мы уже не разберемся. Хотя можно зайти в театр, там может что-нибудь и скажут насчет этого. Идем сейчас скажем, у вас есть маски или плащи, скажут, да нет, нет. У нас у всех достанет сил, чтобы перенести несчастье ближнего. Лучше, так, все к лучшему в этом лучшем из миров, не думаю. Так, насчет реквизита даже и вопроса не было, так что уже все ясно. Никто в этом плане нам не поможет. Так. Пойдем сразу так, через мост. Надо будет топать. Быстрее добраться. Тут район опасный. Там вообще чума. Здесь бандюки, там чума. Хотя нет, здесь везде уже бандюки остались. Короче, вот так надо залезать в разборки и смотрите. Разборки. Ты его обшарил как? Блин, у охранников прикольные удары. С одного удара он все шмотки с него сразу забирает. Прям не знаю, какой-то. Прям большой, быстрый, шустрый парень. За один момент все спирает из кармана. Все, зеленая канава, и ангелы летают смерти. Ангелы смерти, всякая шваль. Так, есть что поесть? Блин, парень, ты пустой. Даже денег у тебя нет, что за фигня? Пойдем так, что ли, побыстрее будет. Та-та-да-да. Та-та-та-та-та-та-та. Быстро зайдем в термитник. Проверим, утка ли это. Если на меня нападут, значит, это подстава.
А если это подстава, то Альгимскому я почешу по башке своим молотком правосудия. Серия, блин, длинная, поджоги всякие. Чума, поджоги. Весело тут у вас. Аристократия. Пресыщенные аристократы все. Все. Не знаю, если здесь ничего полезного не будет, то тупо на сохранение уже закончим этот день. Ты все. Сейчас его отпинают, да, его уже отпинали. Что у вас в магазинах есть? Магазин. Соблазнительно. Так. Могу тебе за это дать, вот, я не знаю, морфина, в принципе, могу дать. Не знаю, зачем я купил. Если его опять в магазин надаю, ну ладно. Ну все. Сейчас еще застряну здесь. Еще круто будет. Мусорка. Тут ничего нету, да, скорее всего. Меня вроде тут не было. Тут чумные ходят там. Чумные опять. Ножик от чумных не спасает. Вроде эту грязь по себе только размазывать буду. Да, блин, крыса пошла вон. Термитник, термитник. Зайдем мы сейчас в термитник. И тут куча гопников. Там куча поджигателей. Нет, никого нет. Ошибись. Да, ворота открыты настолько, что я даже не могу их открыть. И мне надо зайти вот сюда вот. Я б не захожу, я б не зашел туда, если честно. Настолько классная локация, что даже крыса тупит здесь. Нифига ворота тут не открыты, ребят. Давайте просто загрузимся в нашу квартиру. В наш дом, где нам помогала Ева. Ева нет с нами. Плохо. Чай, надеюсь, у всех. Он мне уже остыл давно. Зря шел в термитник. Только время потянул. И котов попугал немножко. В принципе, нашли мы зяблика в наших краях. Давайте уж спать тогда. Подошел к концу. Благодаря вашим своевременным усилиям, люди, которые стремились помочь вам в ваших трудах, не успели подвергнуть себя опасности. А я успел, мне нужна еда. В театре маски репетируют новую пантомиму. Сохранится или нет, даже не знаю. Давайте загружусь обратно, потом таблетку отприму. Блин, извините меня за такое, конечно. Неудобно получилось, конечно. Так, ну, что у нас тут? Зайдем сейчас, попьем сейчас, заснем. Не, вроде все зашибись. Давайте тогда на этом остановимся. Усилиям, хотя люди, которые стремились помочь вам в ваших трудах, не успели подвергнуть себя опасности. Атри маски репетируют новую пантомиму. Так, мы сохранимся на этих пантомимах и в следующей серии уже пойдем смотреть пантомиму и начинать новый день, скажем так. Да, кстати, давайте я это прочитаю, тогда и выйдем уже. Над нами жестоко подшутили. Знаете, Даньковский, все это
издержки нашего статуса. Таких людей, как мы с вами, опасных и гениальных, всего всегда бросают в пекло. На всякий случай, как запасной вариант, ставят перед нами цели бессмысленные и невозможные. В принципе, авось да придумают что-нибудь беспроигрышная карта, на которую ничего не ставится. А выиграет хорошо, будет бита не жалко. При таком отношении к себе остается только одно – мстить. И жестоко мстить за подобное отношение. Я ненавижу лицемерие, вы, наверное, тоже. Так вот, заставим лицемеров пожалеть об их ханжестве. Они полагают, что мы ни при каких обстоятельствах не сможем исполнить их поручения буквально в той части, где им не за что опасаться. Вынести решение по совести, сказали вам они, а не вам. Вынести его ничего не боитесь. Истребить любой ценой. Но определенно изящно сказали они мне. Будет им. Впрочем, обсудим завтра. Письмо сожгите. Это я так, от отчаяния. Аглая Лилич. В принципе, у нас все ясно. Вот насчет этих лжецов, скажем так. Даже не то, что лжецов. Мне кажется, информаторы просто, скажем так, провели. Провели информаторы. Вот она пришла в такое запустение, в принципе. Это все объясняется. Так, ну, а на этом я уже сохранился, да. Все, я сохранился. И уже увидимся с вами в следующих сериях. С вами был Артур. Всем пока. Всем мора. Не болейте. Не болейте мором. Лучше болейте голодом. Я не знаю. Или вообще, а лучше просто не болейте. И обходите всякие вот эти песочные хрени и всякую чумную заразу стороной. И спасибо вам за 139 подписчиков, ребят. Если это кто-нибудь еще смотрит, конечно же. За 139 подписчиков вам спасибо. А когда будет 150, я говорил, какой-нибудь конкурс, видос, может, запилю. Так что стороной, так сказать, не обойду вас. Ой, извиняюсь, тут чужого поправляю в себе, который у меня на компьютерном столе. У меня же обзор есть про чужого. У меня стоит на столе чужой. Поставлю, и Биг Босс стоит на столе. Вот так вот все. Ну все, тогда на этом я с вами прощаюсь, ребята. И увидимся в море, утопии. Ну или где вы там хотите меня увидеть еще. Есть в разных прохождениях дальше. С вами был Артур. Всем пока.